Задание музейного комплекса и образовательного учреждения поможет создать школу нового типа, где для каждого ученика будут созданы все условия для духовного и физического развития, где возродится народная педагогика ростовской школы. Музей музеем, а вот дух должен быть. А дух – это вот школьники, дети, которые будут здесь заниматься и там, рукоделием, заниматься и фольклором, приходить, изучать те труды, историю Льва Толстого. Эта идея, она была крамольная. Это моя была идея, и меня чуть министр культуры там с Олесей, значит, это с работы не сняли. Но не получилось вот. А сейчас вот они, наши первые сторонники, они сами поняли. Спасибо нашему национальному музею. Я не знаю, что это.